Всем привет, кто будет смотреть это в записи. На самом стриме пока что никого вроде нету, что меня, как обычно, слегка угнетает, но будем как-нибудь с этим жить дальше. Что ж, сегодня у нас 7-й стрим по Demon's Souls. Мы попытаемся пройти мир 3-2. Это босс-людоед, спойлер-людоеды. И, может быть, даже желтую шапку загасим. Не уверен. Посмотрим, как там по времени будет и по самочувствию стримлера. Кто не в курсе, я Злогейзер. И мы начнем сегодня чуть попозже, потому что мы не будем играть в Demon's Souls пока что, пока никто не придет на стрим. Поэтому, как только кто-то появится на стрим, пишите в чатик, и мы начнем страдать, заниматься херней. А до этого я буду играть на 3DS-ке. Моей прекрасной любимой приставочке в Тетрис. Да. Экранчик маленький, потому что я... Ну, на самом деле, его можно сделать больше. На самом деле, если захватить отдельным окном, наверное, его... можно было бы это сделать, но это точно не сегодня. Я собирался для отдельного стрима сделать прям все по красоте. Но потом подумал, что все равно звука игры я не могу передать вам. Ну, могу, но нужно это делать из-под Windows. Для этого надо запускать второй компьютер и там все настраивать. Это долго, сложно и уж тем более не для нуля человек на стриме. Но если в следующие разы я буду... Если я буду в целом дальше стримить, то я думаю, я постараюсь сделать так, чтобы в следующие разы изображение экранчика игры было побольше. То есть сейчас его растянуть никак не могу, вернее, не могу, но тогда все поломается к херам, скорее всего. А мне бы это не хотелось. Так, а звук же есть? Так, стоп. Звук есть. Звук игры есть. Все отображается, хорошо. Битрейт, все нормально, да. Все хорошо работает. Я думаю, мы минут через 5 начнем где-нибудь. И жаль, что вы не слышите звук игры. Это Tetris Ultimate с 3DS-ки, собственно. Вот. Потому что в нем музыка закадровая, она напоминает мне чем-то тему из Fable, из самого первого Fable, из деревушки Oakwell. Потому что там очень похожая музыкальная тема была в том городке. Слегка это меня удивляет постоянно. Я вот уже в эту штуку играю сколько? Не знаю. Неделю? Никогда не играл в Тетрис. Ну, то есть, играл, но... Так, урывками у кого-то. Потому что у меня у самого никогда не было, ну... Портативной этой консоли с Тетрисом. И никогда особо, как бы, на других платформах тоже не играл. Потом был, конечно, Tetris Effect некоторое время у меня. Но это немного другая тема. А тут прям позволяет отвлекаться весьма неплохо. Такая залипательная вещь. То есть так-то я прохожу на 3DS-ке Капитан Тоуда. Он требует все-таки более осмысленной работы мозга. И мне сейчас это не всегда подходит под жизнедеятельность, к сожалению. Хотя Капитан Тоуд классный, очень нравится. Я даже вот постримил бы что-нибудь именно с ТДС-ки вам более-менее почаще. Ну, кому вам? Никто это говно не смотрит. Но вот из-за звука проблемки. То есть без звука совсем печально. То есть я, конечно, могу... Включать звук на 3DS-ке погромче, он будет идти через микрофон, но это будет шумы и все такое, его отрегулировать не получится нормально. Поэтому пока как-то так. Куда мне нужно сдвинуться, чтобы я виделся? Блин, я окно не закрыл. Ну, вроде бы со двора шумов особо нет. Так что пусть пока будет открыто. Я, конечно, могу околеть за время стрима, но я надеюсь, мы не упустим момент критического околевания стримлера и закроем окно. Так, сколько у нас там уже? 10 минут стрим идет, и никто не пришел. Прикольно.
на последнем стриме хотя бы было 2 человека. Ну, в сумме, почти не одновременно, но все равно это как-то, ну, ощущение, что ты не сам собой говоришь чуть лучше, а то я могу с таким успехом с Алисой поговорить. Алис, как у тебя дела? Алиса, как дела у тебя? Нет, Алис, все хорошо, потом поговорим. Она вам привет передавала, если там не слышно было на стриме. Черт, что-то я заруинил немножко начало, у меня там дохера пробелов. Ладно, сейчас попробуем разгрузить, если длинная палка сейчас попадет. Хотя нам 2 палки нужно. Одной нам не хватит. Так. Надо будет закинуть туда что-нибудь. Вот, зелененькое вовремя. Так, это есть. Ну, в целом, разгрузить еще можно. Мы пока что скорость не сильно увеличена, поэтому в целом нормально. Можем уйти обратно вниз. Черт. Зачем я это сделал? Теперь длинную палку ждать надо будет, пока она прилетит еще. Плохо. Так. Тетес не вышел. Хорошо. Что там, никто не пришел еще, нет? Конечно, нет. Кто к тебе придет, Ром? Блин, надо было написать еще Паше насчет записи завтра. У нас там завтра запись подкаста, пилотного выпуска намечается, но что-то он говорил, что сегодня напишет, но не написал. Надо будет самому сейчас написать где-нибудь. Телефон на зарядке. Ладно, сейчас проиграем. Когда? Напишем. И да, все, кто смотрит в записи, я уверен, вам очень увлекательно смотреть, как я играю в Тетрис. Потому что я смотрю, что записи смотрят, там у них, ну, просмотров, ну, не сильно меньше, чем у полноценных выпусков подкаста, что меня еще сильнее триггерит, так как, черт возьми, на контент, который я стараюсь сделать, никто... такой же интерес, как на вот это говно. Серьезно? Что с этим миром не так? Так, ну все. Я почти что заруинил себе катку. По очкам мы точно сейчас рекорд не поставим, но добьем уже до конца, не будем как бы сдаваться раньше времени. Вдруг получится сейчас как-нибудь это все разгрести. Маловероятно, конечно, но кто ж знает. Черт! Блядь. Криво поставил. Так, ладно. Так, это уничтожилось. Криво тоже поставил, блин. Начинаю ошибаться, как обычно, под конец матча. Не матча, а раунда. Ну, короче, мы не вряд ли разгребемся, но на этом уровне мы еще попытаемся удержаться некоторое время. Не уходя выше. Сильно, по крайней мере. Блин, мне бы сейчас уголок какую-нибудь, либо палку, ладно. Палка тоже в данном случае сойдет. Неправильно поставил. Не уверен, что в данной ситуации было бы правильным поставлением этой штуки, но это точно неправильно было. Так, черт, я перепутал уголок не в ту сторону, который... Черт, ладно. Пока держим, блин, ускорение произошло.
просто сейчас звуков не слышу игры, потому что в наушниках, и для меня сюрприз то, что сейчас ускорилось все. Почта России что-то предлагает мне с ними сделать. Была бы это коллаборация какая-нибудь рекламная. Было бы славно. Так, ну все, мы почти это закончили. Сколько у нас там прошло времени? 15 минут стрима уже. Найс. Заебись. То, что я и хотел сегодня. Так. Почти 40 тысяч очков. Не то, что много. Так. Паша. Ладно, я ему написал. Что ж, блять. Я ожидал, что к этому времени кто-то придет уже. Но раз никто не приходит, я не знаю, сыграть еще одну катку в Тетрис. Или пойти, собственно, в Demon's Souls играть. Так, давайте еще катку сыграем. Окейушки. Так, а чего тут у меня? Не выставляется микрофон, нет? Ладно. Блин, это тень микрофона падает, так она, да? От лампы. Ну, впрочем, ладно, похер. Как бы, пусть будет на голове у меня гигантская тень в виде члена, подумаешь. Может, кого-то заинтересует в ленте Твича это, и он зайдет посмотреть, что это за пошляк тут играет. А это всего лишь я тут сижу в одиночестве. И да, возможно, кого-то я уже задолбал своим нытьем насчет того, что никто меня не смотрит, и все вот в этом плане все печально, грустно, и смерть, член, безысходность. Но что ж поделать? Жизнь такая, алгоритмы Ютуба полные мрази, как бы. Что ж с этим поделать? Просто я пересматривал свои старые ролики, с которых начинался, собственно, этот канал. И, безусловно, там как бы качество говно. Откровенно говоря, очень плохо. Звук, картинка, материал, изображение. Хотя да, есть картинка. Все плохо. Сейчас же все стало вполне приличного качества. Невысокого, но вполне удовлетворительного. Чтобы быть, там, тысячником хотя бы по просмотрам. Но нет, YouTube вообще плевать на продвижение небольших каналов совершенно. И он даже Киберпанк нахера делал, чтобы на нем подсосать аудиторию немножко. А нет, то есть просмотры чуть повыше, там, типа, окей, 60, 70, 80, прикольно. Но толку-то, если никакой активности в комментариях нету, подписок нету, и вообще все грустно, печально.
Учитывая, сколько я времени убил на запись, потом монтаж этих гигантских выпусков, ну, это точно не купилось. Я бы с большим удовольствием книжку продолжил бы писать. Тоже фанфик по Гарри Поттеру. Наконец-то бы дописал нужные главы, чтобы начать размещать его где-нибудь. Но вместо этого я сидел, монтировал эту штуку. И так времени не очень много, я трачу еще на эту всякую херню. Да. Поэтому если даже сейчас новый подкаст не залетит как-нибудь куда-нибудь, то я вообще даже не знаю. Бросать YouTube, перевыносить все в блог, звучит как идея. Не то, что там есть какая-то активность, но... Но занимает явно меньше времени. А поисковая выдача гораздо шире. Ну, то есть, по крайней мере, ты не ограничен рамками алгоритмов YouTube. Тут все поисковики решают, и с ними проще договориться. К тому же YouTube может твой контент удалять просто потому, что он мудак, не особо заботясь о объяснении причин. А вот с собственным сайтом все-таки ситуация... Черт, не то сделал. Ситуация немного попроще, потому что ты все-таки больше хозяин того, что ты, собственно, публикуешь. Да, тебе все равно могут прилететь за дизморалити, за то, что ты там размещаешь какой-то нелегальный контент, но гораздо меньше вероятности. И все-таки с хоть каким-то возможностью бороться с этим всем. С другой стороны... Черт, не то сделал. Не то, что я хотел сделать. С другой стороны... Тяжело ли мне будет бросать все, чем я занимался последние 3 года? Ну, не все, но весьма немалый кусок времени и сил на это уделял, по крайней мере. Безусловно, будет пипец как грустно. Я вон X-Delayed бросил, который я убил тоже кучу времени, и мне пипец как тяжело этот шаг дался. Тут же ситуация будет еще печальнее, потому что все-таки это мое творчество, это то, что я хотел делать, то, что мне нравится, да и нравится делать. Но при этом, как бы, делать такого уровня контент в пустоту, это точно не то, что нужно. Возможно, затея с новым форматом, новая рубрика на полке, где буду я доставить всякие вещи с полки, собственно, и про них рассказывать что-то. Может, она как-то и станет каким-то контентом таким более простым в производстве. Не уверен. Надо сначала сделать хотя бы один выпуск, и там уже посмотреть, как оно будет даваться мне. Потому что, вполне возможно, это будет еще более тяжелым в производстве для меня контентом. Потому что я все еще не придумал, как нормально все это подснимать. То есть как камеру разместить, как это все будет выглядеть. Так, у нас уже сколько? 23 минуты прошло. Никто нахер не пришел на стрим. И тут встает, собственно, дилемма. Идти играть в Demon's Souls или забить болт и, собственно, пойти заниматься другими вещами. Потому что у меня как минимум там не смонтированный выпуск ДПГ подкаста один есть, который нужно смонтировать. И еще как минимум у меня есть запись D&D игры, которую нужно домонтировать и поставить на рендер. Потому что она длится 7 часов, и это точно будет не просто сделать. Потому что последний раз, когда я такое делал, пришлось довольно-таки сильно страдать, изгаляться, чтобы... Final Cut все это отрендерил и не сдох при этом. Тем более там сам монтаж довольно-таки такой тяжелый, многокамерный. Поэтому это будет тяжело. Я и так откладываю этот монтаж, что знаю сколько времени уже.
Потому что в целом для меня все монтажи D&D игр оказались из-за моей задумки чуть более сложными. Ну, еще потому что нужно камеры двигать, потому что люди в Дискорде любят отключать камеру, уходя куда-то. Из-за чего, собственно, активные камеры двигаются, и приходится как-то все передвигать ручками. И это, собственно, проблема. Проблема, которую я так не придумал, как нормально решить. Приходится пересматривать весь выпуск. Во-первых, чтобы подрезать лишние моменты, которые, безусловно, всегда есть, когда там паузу мы сделали, попить, там, сходить, вот это все. Моменты, где, ну, происходит то, что не нужно на камеру оставлять. Потому что, ну, бывает, там какие-то кто-то пошутил что-то, что лучше вырезать из эфира. Кто-то что-то сказал, что попадает под НДА, что-то еще, какие-то моменты есть. Все это надо смотреть. А игры-то не короткие, они пипецкие длинные, и, собственно, это довольно-таки больно. Так, ладно, что-то я уже устал от этой сессии. Ладно, хер с ним. Давайте мы это закроем. Ладно, хер с ним. Звук есть, все есть, пойдемте. Не уверен, что в таком текущем моем состоянии мы сегодня не убьем босса. Но, может быть, мы это сделаем. А может, нет. Просто этот уровень мне не нравится, просто потому что я так и не понял, что там от меня хотят. Он запутанный и весьма просторный. Со сложной архитектурой, и это все довольно тяжело для восприятия мною. Кто там? Reddit, отстань. Блин, водички не налил еще. А еще тут до хера просто мостов, с которых можно упасть, при этом у нас будут враги, которые будут хотеть нас отсюда столкнуть, так что в целом сегодня будет прекрасный стрим, от которого я буду просто визжать от восторга. Куда нам нужно? Ну, там лежит ништяк, но мы, пожалуй, пойдем сначала сюда. Собственно, вот враги, которые будут нас пытаться скинуть, если бы они еще нормально работали, а не лагали как твари. Еще тут и очень однообразные эти мостики, и можно легко запутаться, где ты был, где ты не был, и это все не очень удобно реализовано, потому что ты просто можешь бежать, типа, а я куда бежал? Тудой бежал или тудой? Во время битвы можешь закрутиться вокруг неписи и такой, типа, и что же делать? Вот эту гигантскую херобору мы должны будем немножко того, да, вот это самое. Коробищ как-то много. О, спавится это хорошо, определенно. Так. А кто-то захочет столкнуться отсюда? Нет. Для прокачки мы взяли. Так, это у нас лестница или обрыв?
бы лестница. Кстати, надо тут аккуратным быть, потому что не всегда понятно, впереди нас ждет что-то прекрасное или прекрасное падение. Дальше. Ах, ты еще стрелять собралась, мразь. Почему она пытается подбежать, а потом вот это вот сделать? И... Ну, летает там хер, ты думаешь, мы забудем, будем бегать там? Еще чего нам не хватало? Shard of Moonlight Stone, вернее. Тут на самом деле до хера всяких есть мелких вещей, которые можно подобрать, прыгая в неочевидные места. Но так как это места неочевидные, мы этим заниматься сегодня не будем. Вот Chunk of Moonlight Stone. Nice. Ладно, возвращаемся назад. Я не вижу, куда можно отсюда идти дальше. Так, сейчас надо забрать ништяк с базами. Так, а игра не громковатая? По-моему, громковатая. На минус 4 сделаю хотя бы, а то что-то шум какой-то раздражающий, на мой взгляд. Так, давайте тогда пойдем в другую сторону, там должен быть подъем наверх. Помню, когда впервые проходил Demon's Souls, я на этом уровне столько времени потратил, потому что я банально не мог понять, куда идти, где я сейчас и что делать вообще с этим всем. Не люблю я его до сих пор. Штуки, по-моему, все-таки отрубаются откуда-то с других сторон, там нажатием на рычаг, вроде бы. Так что давайте идем по этому изумительному мосту на поиски приключений, которые, я уверен, сами нас прекрасно в скором времени найдут. Кажется, там в темноте еще одна тварь летает. Хорошо. И туман. Туман означает, что там что-то нас ждет. Как обычно, ничего хорошего, но не то, что и босс. До босса слишком рано. Как вовремя мы встали в анимацию. Так, хорошо. Блин, тот был предмет взять там. А,
Old Spice, серьезно. От него туда идти, господи. Не стоит оно того. Но зато на вершине этой башенки нас, скорее всего, ждет как раз-таки первый предмет. Первое устройство, которое должно нам помочь уничтожить вот ту мерзкую штуку. Так, чувак, ты за нами побежал, нет? А, вот. Просто там лифт, и лифты в Dark Souls, в Demon Souls всегда весьма опасная штука, которыми надо обращаться крайне и крайне аккуратно, потому что если сделаешь что-то не то, то, ну, лететь довольно-таки высоко. Туда, на самом деле, можешь пройти на ту сторону, и там, по-моему, лежит какой-то ништяк, но... В следующий раз этим займемся. Тем более, я все еще не уверен, что хочу платину. А, все. Мы убили ребятушек, и цепочка немножко развалилась. Теперь нужно будет найти еще одну цепь, по-моему. Да, еще одну цепь, которая, собственно, и опрокинет полностью эту штуку вниз. Чего нам, собственно, и требуется. Вот тут, если не ошибаюсь, есть ништяк, который... Появляется только при определенной тенденции либо персонажа, либо мира. По этой длинной лестнице мы поднимаемся. И сейчас мы придем к тупику. Ну, не всем тупику, но... А, вот мы и нашли ключ от... Хотя, возможно, у нас сейчас тенденция достаточно... Которая требуется, и поэтому лестница у нас появилась. И мы можем теперь открыть клетку с чуваком на прошлом уровне. Там король, волшебник, хер его знает кто он. Но этот небес нам нужен. Во-первых, потому что он нам даст что-то, заклинание, предмет, не помню. Плюс по квесту его надо будет убивать. Здесь у нас, собственно, шорткат вниз. Я даже не верю, что шорткат, скорее просто перемещение в другую локацию. Часть локации. И нам туда в целом, по-моему, и нужно, но мы сначала сходим вот сюда. А зачем нам туда надо? Тут вот непись, который к нам зло относится. Are you here to fight the demons? If so, then help me escape this place. I am on your side. I have come to face the demons. По-моему, предатель. Окей. И теперь ты скажешь, типа, ха-ха, я тебя обманул, да? Нет? Thank you. I will remember this. I am certain we will meet again. Я зря это сделал, по-моему. По-моему, он будет убивать неписи. Типа этого делать, черт, я не помню. Так,
Так, давайте я даже загуглю, что с ним нужно делать. Так. Demon Souls 3.2. Башня Латрии. Так, босс Черный Фантом с когтем. Это ты? Черный Фантом с когтем или не ты? Нет, это не ты. Лорд Райдл, ты ли это? Не ты. Узник. Не узник. А, это не тот уровень. Так, нужен нам... Обелиск ложного идола. Обелиск медведа. Разума, узник, юрт безмощный, вождь, да? Да. Убийца. То есть он, да, он будет убивать неписей, и вот мы его освободили, он начнет убивать неписей. А он тенденцию портит нам? Убийство юрта? Да. И если мы сейчас убьем его, то все будет хорошо. Более того, мы получим его сет. Поэтому давайте мы, собственно, это и сделаем. Так, только надо сначала нам подготовиться немножко, ты не возражаешь, мистер? Well, what have we here? Do you wish to die so soon? Why you? Так, все, он упал. Сейчас мы получим души и перезайдем в игру. Quit game. Yep. Просто мы сейчас перезагрузим игру, и его сет появится вот у нас, потому что так-то он упал вниз, и типа, ну, идти его искать, где там. Может, вообще он упал туда, куда не пробраться. Единственное, теперь, конечно, нам нужно будет это все делать. Я просто сверялся с тем, чтобы, если его убить, будет ли портиться тенденция. Потому что мне бы хочется сейчас уйти в белую тенденцию, чтобы сделать все, что нужно для нее. А дальше уже чернить ее. Так можно в целом все успеть сделать за 3 прохождения. Так, пикапы, айпад. Все. Что я не могу нести? Вы издеваетесь? Давайте мы какую-то херню выбросим, я не знаю. Типа вот это давайте все выбросим. Тебе нам хватит мест? Ауч. В смысле? В смысле? Что нас перевешивает? А, ну да, у нас инвентарь что-то подзабит. Вот это все выкидываем к херам, оно нам нахер не упало. Глаза нужны, Nexus. Что так много весит-то у нас с собой? Оружие какое-то мы понабрали. Heavy... Ну вот heavy crossbow, допустим, дроп. Нахер он нам нужен.
Второй вот Вуден и катались. Тоже нахер. А теперь нам хватит, чтобы подобрать вещь эту? Да, вот теперь хватит. Но, конечно, нужно будет мне не забыть потом перед следующим стримом облегчиться конкретно, потому что это не круто. Вот, шарт еще чуть не пропустили. Ладно, едем вниз. И здесь у нас странное болото со странными врагами. И вообще тут неприятно. Щупальца разные и прочее вот говно. Гигантские, сука, многоножки. Не знаю, как их называть иначе. Омерзительно просто. Я не представляю, как они в ремейке выглядят, потому что мне уже тошно от их вида. И вот проблема тут в том, что я вообще в душе не понимаю, куда нам нужно идти. Поэтому просто будем ходить туда-обратно и искать хотя бы что-то, где можно нам подняться и взять что-нибудь. О, колечко. Кстати, знаете, в чем еще проблема? Я не самоубился в Нексусе. Если мы умрем, то мы будем чернить тенденцию нашу. Поэтому мне бы умирать не хотелось бы сейчас. Ползла гадость откуда-то. Так, это тупик? Это тупик. Замечательно. Тут все так темно, и нихера не понятно, куда нужно идти. Ну, типа вон там туман я вижу. Надо в ту сторону как-то двигаться, только вот как туда двигаться. Ну вот есть куда-то подъем. Типа нам сюда? Я в самом деле не очень уверен в том, что хочу выбивать платину. Я уже почти полностью уверен, что не хочу это делать на стримах. Даже не столько из-за того, что никто не приходит на стримы, сколько насчет того, как это, ну, неудобно, потому что на моем телеке игра чуть ярче выглядит, чем вот тут. И там немного комфортнее, плюс там задержки в развитии не будет такой. Что существенно влияет как бы на геймплей. Но я в целом не очень уверен, что хочу заниматься этим всем. Потому что платина в Demon's Souls, она такая не очень приятная. Учитывая, что нужно будет фармить вещи некоторые, плюс тенденции еще заниматься. Это такая себе затея. Блин, все булькает, кишит, квакает, боже ж ты мой. Хорошо, хотя бы эти щупальца не агрессивные. По крайней мере, пока что. Вроде они и будут не агрессивными, но... Так.
Это наш знакомый кальмароголовый парень. Так, ребята, я не знаю, что произошло. А, вы меня слышите, да? Но не видите. Так. О, я появился. У меня, короче, все отвалилось. У меня пропало изображение с картинки в такой момент. Ну и мы смогли, мы справились. Хорошо. Черт возьми, это был опасный момент. Это, наверное, все-таки перегруз был на хаб. Все-таки магия на меч классная она. Довольно-таки сильно усиливает. Сильно усиливает. Да. Существенно усиливает урон. Надо будет не забыть на босса тоже применить. Это при этом у нас магия почти не вкачана. Так, а ты откуда взялся? Так, черепашка убежала. Ничего. Так, а это к боссу штука идет или не к боссу? Черт, ну давайте схаваем. И применим на всякий случай на меч эту штуку. Часть это не боссы, это просто горгульи, но все равно. Но все равно приятного мало в этом. Просто с боссом будем драться на такой же, на таком узком мосточке. И вот я просто в самом деле плохо помню, где он. А учитывая, что эти твари могут тебя таранить и откидывать немножко, то это может приводить к тому, что, ну, ты падаешь вниз и умираешь. Не правда ли это изумительно? Там сзади нас бегает одна тварь. Но я думаю, мы ее пока что подзабьем. Так, все. Вторую штуку мы убили. Сейчас цепь полностью развалится. И вон та мерзость, которая удерживала что-то в воздухе, она сейчас шмякнется вниз. Это, знаете, почему-то Тарианина из Mass Effect, который тоже был подвешен, так и в итоге мы его тоже шмякнули. Собственно-то не с башни, куда мы уже приходили, господи, сколько туда их лезет, кошмар. Наверх тут не подняться, у нас в итоге единственный путь вниз. Куда мы, собственно, и пойдем. Главное сейчас никуда не свалиться раньше времени. Так, привет. Так, опасный взмах был. Опасный взмах был, кошмар. Так, стоп, 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 стоп. Не спешить, не спешить.
Сейчас нам предстоит еще понять, как отсюда уйти. Куда, типа, идти теперь, чтобы вернуться в начало уровня? Что, безусловно, тоже весьма и весьма неочевидный вопрос. Так, пройти туда мы не можем. То есть остается возвращаться назад и искать там выход дальше куда-нибудь. Вот этого тут раньше вроде не было. Так, стоп. Ништяк. Old Spice, заебись. И там еще возле лампады валяется что-нибудь. Секунду, мне кто-то что-то написал. Так, ладно. Ну, в целом, уровень пока что идет неплохо у нас. Мы мало блудим. Только быстро находим нужный путь. Но это не значит, что мы в скором времени начнем тупить и умирать раз за разом. Ну, самое главное, мне бы, конечно, хотелось бы сходить домой на базу. Потому что требуется сбросить человечность. Потому что я на боссе могу умереть, и тратить на это очки тенденции не хочется, конечно. Мы отсюда пошли туда, а тут нельзя как-нибудь срезать куда-нибудь, нет? Типа вот туда, там смерть? Или нет? Куда отсюда идти дальше? Ну ладно, давайте вернемся чуть назад, глянем, может там что-то открылось где-нибудь. Или мы что-то не досмотрели, может быть. Может, где-то должен быть лифт, ведущий нас наверх. Вопрос лишь в том, где же он. Главное еще как-то глупо не умереть. Можно, конечно, воспользоваться колечком, вернуться в Nexus. Мы, конечно, потеряем души, но там 12 тысяч душ это копейки, не стоящие внимания. Снова не можем тащить. Нет дублирующих каких-нибудь вещей еще там. А у нас вот два щита есть. Кстати, щит второй уроним, потому что он нахер не упал. Не
то, что вы вот это, то, что мы подняли, имеет какой-то смысл, но... Фига себе, эта хрень постом бьет, а? Видели? Так, это обрыв. Но мы тут не были, учитывая, что тут живые враги находятся. Ну, я полагаю, что не живые. То есть там ништяки валяются. Возможно, тут ходить можно. Но я не хочу рисковать сейчас ходить по этой жиже. Как говорится, не зная брода, не суйся в воду. Да. Не, ну эта же штука куда-то ведет, верно? Это же мостик не просто так. Для красоты, или не просто так для красоты. Ну, вот, типа, решетка, то есть клетка. Она юзабельна или нет? Типа, блин. Я не вижу нигде просто лесенки вниз. А спрыгивать отсюда... А, вот лестница вниз есть. Вот ходить можно. Окей. Поехали вверх. Не знаю, куда мы приедем. Но там, по крайней мере, не будет этой жижи. Мерзкой. Надеюсь. Еще было бы славно, если не тот пятачок, где мы непися убили ранее. Так, мы поднялись куда-то. А, мы вот спрыгивали отсюда вниз. А, так. То есть так мы вернемся обратно, верно? То есть это вот первое место, откуда мы сбрасывали эту штуку. Если мы спустимся сейчас по лестнице вниз, мы спустимся на лифте. И вернемся сюда, откуда все начинается, верно? Скоро. Так, лифт поднимается. Важно будет еще по пути назад не заплутать и не попасть куда-нибудь, куда нам не нужно. В идеале, конечно, добраться до факела и сходить к в Нексус предварительно до битвы с боссом, но это уже так. Ну как так? Наверное, надо все-таки. Потому что тенденция важнее, чем время, затраченное на повторное убийство нескольких горгулей. Так, а что там за ништяк горит? Почему мы его не подобрали? А, может, нужно перепрыгивать на другую площадку. Понятно, спасибо, нет. Мы пока не хотим этого делать, потому что оттуда потом еще спускаться нужно как-то придумать. Это слишком опасно в текущий момент, без сброшенной тенденции. Так, вот мы вернулись обратно к началу. Вверху нас ждет босс-файт, по-моему. Можем сходить сначала вниз, кстати. Пособирать ништяки с трупов. Правда, у нас места почти что не осталось. Поэтому давайте все-таки сначала сходим в Нексус. Так, привет.
что тут забыла, госпожа. А, мы же сейчас к Нексусу возвращаемся. Да, вон там, я вижу, уже костер горит. Ну, не костер и не горит, но... Sort of. Так, возвращаемся в Nexus. Нам сейчас надо самоубиться. Потом сбросить инвентарь в торгаша. И отправиться гасить босса уже. Сейчас надо забрать еще душ. Они, конечно, там не то, что сильно много у нас душ, но уж... Копейка рубль бережет, типа, да? Тем более за босса нам дадут еще на количество душ. И вот будет уже целый уровень. Депозит. Так, для начала давайте лишнюю броню скинем, потому что она весит тоже, ой, дай боже. Все это сбросили. Кольца они легкие. Так, а это вот сбрасываем. Потому что нам в целом... Тоже сбросим. Так, ладно, кольца тоже забросим. Они занимают вес. И камни тоже. В целом все. Этого нам вполне хватит продержаться до... До не знаю чего. Так, возвращаемся обратно. Ладно, пойдемте гасить босса, но сначала, конечно, сходим вниз, глянем, что там у нас разбросалось снизу. Давай, какой-нибудь ценный хабар. Или не очень ценный, или не очень хабар. Точно там будет миллиарды червяков этих, но... Спускайся. Да-да-да. У тебя все получится. Мистер Гаргулья. Что-то у них искусственный интеллект тут сломан максимально. В тот же раз она тоже страдала такой же херней. Короче, видим, этот моб тут спаунится после сбрасывания сердца. Ну или что это там, не сердце, а желудок. И пипец, дамажит она нехило, а. Это, конечно, необычный удар, а такой размашистый, но... Треть хп. Серьезно? Как-то... чрезмерно болезненным. Даже похилимся, а то что-то задамажили конкретно.
Вот это, конечно, неприятно, то, что тут сразу два неписи стоит. Я думаю, нужно было нам сначала как раз таки сюда сходить до возвращения. Меньше противников надо было бы заново убивать. Хорошо. Так, а. Крысу со спины зашла, да? Мразь. И тут, судя по тому, что нам показывают в конце, должно быть миллиард этих тварей ползающих. Но заодно и вот и ништяки. Мы вот тут и маску взяли оттуда. Колечко. Так что же не зря сюда пошли. Душу. Так, с тебя что падает? Шард. Не думаю, что шард этот нам нужен. Мы и так их с излишком взяли уже, но пусть будет. Так, главное, стол не нужен нам. Душа, ладно, пусть будет. Так, а тут у нас что? Еще одна душа. Ну ладно. Допустим. Так, ну мы все зачистили вроде бы. Так, а как нам туда? Ага, вот так вот. Наверх нам не дадут забраться, поэтому все, нам остается только идти и гасить босса. Ну или пытаться хотя бы не умереть на нем. Потому что это будет мой самый нелюбимый тип боссов, двойной босс. Особенно, когда эти два босса находятся на чем-то, откуда можно упасть. Если в Dark Souls там была хотя бы широкая крыша, к тому же еще позволяющая при определенном умение прятаться от огня за уклоном, то тут у нас будет мостик. Крайне узкий мостик с крайне малым количеством заборчиков. И две крайне отвратительные мрази, которые попытаются нас загасить. Разве это не прекрасно? К тому же забег до босса, ну, не то что сильно близкий. Не то что сильно сложный, потому что врагов-то тут мало. Сколько там? Одна горгулья, одна черешня, человеческая многоножка. Но все равно. Что у нас там по времени? Час 12? Ну, в целом, посмотрим, как справимся с боссом. А, там еще вот эта мразь. Сукин ты потрох. Ля ты мразь, а, паскудная. Сучка, нет, она сейчас сбросит нас вниз еще, да? Да, она сбросит нас вниз. А, нет. Ху-ху-ху-ху! По тоненькому прошли, ребят. Эта штука должна была нас сейчас заклинанием сбросить, но, видимо, мы попали в какой-то фрейм и не сбросились. Черт, нам крайне повезло. Это был крайне опасный момент, который мог нас привести к стремительной гибели и возвращению на чекпоинт. Окей, да. Теперь забег до босса будет делаться гораздо более привлекательной идеей, поэтому надеемся, мы сможем с первого трая это сделать. Собственно, босс файт. Там я вижу какой-то ништяк валяется, поэтому давайте сбегаем.
Жет ждет впереди. Old Spice. Ну хз. Призрачных стен вроде нету. Что ж, господа. Пора страдать. Кладем заклинание на меч. И идем в туман. Монитор, здравствуй. Ну, дамаг в целом нормально. Теперь только вот не попадать под его атаки. Потому что тварь будет летать и пытаться делать неприятные вещи. Вот такие вот, например, пытаться сбросить нас к херам. Вот эту вот штуку делать. Ну, в целом, пока что бой идет нормально. За исключением того, что вот появилась вторая хрень, а мы ее первую не успели убить. Так, все, найс. Мы справились. Мы справились, это хорошо. Так, это нехорошо было. Нас почти что прокинули. Так, что это? Я не помню, что это такое. Вторая фаза. Так, вот он взлетел. К сожалению, его нельзя столкнуть отсюда. Иначе было, конечно, все попроще. Ауч. Так. Так. Мы близки, ребят. Мы близки. Не знаю к чему. К победе или поражению. Но мы близки. Черт. Приземлись, пожалуйста. Е-бой! С первого трая. С первого трая. Мы это сделали. А, да, довольно быстро. Час 20. Ачивка. 13 тысяч душ получили. Получите, распишитесь. И у нас теперь впереди еще один босс-файт, который, я думаю, мы сегодня даже проведем. Интересно, получится ли его убить с первого трая? И дойти до него без смертей еще к тому же. Потому что там есть неприятные противники. Они же были на тоненькому. По тоненькому просто проходили. Так, получили души. Даже легендарная душа была солдата, найс. Так, смешанная душа демона. Возвращаемся в Nexus, снова самоубиваемся.
Просто сама желтая шляпа не очень сложный босс. Особенно, когда мультиплеер не работает, потому что это босс, который может призвать себе на помощь игрока. Я точно не помню, как механика работает именно в Demon's Souls, но это что-то похожее на босса из Dark Souls 3, из DLC. Там в церкви босс тоже может призвать себе на защиту игроков. Поэтому, когда мультиплеер работал, то можно было попасться на более сложную битву. Но так у нас, скорее всего, мультиплеер будет не работать в данном случае, то бой будет, ну, не то что совсем легкий, это все-таки босс, как-никак, да? Босс мира, но в целом проходимо так. Сейчас приставка разрядится. Надо не забыть души забрать. А то 29 тысяч это все-таки не хухры-мухры. Не туда. Ну что ж, чатик, кто будет смотреть это в записи, напишите сейчас, получится ли у меня добить стрим до конца, то есть убить еще одного босса, и по-прежнему ему не умереть ни разу за сегодня. Посмотрим, насколько вы верите в мои способности. По пути к боссу нас ждет несколько противников, в том числе несколько этих щупальцеголовых мразей в узком коридорчике. А, катсцена. Почему-то такая сцена мне всегда напоминает Devil May Cry 3. Или, ну, просто Devil May Cry. Вот, собственно, желтая шляпа. Небесик, который появляется потом во всех Dark Souls'ах. В Бондарине я не помню, есть ли он или нет. Dark Souls точно есть. Так, хорошо. Или все еще один мозгососальщик будет впереди. Где же он там? Ауч! Херась, вы видели? Эта хрень с одного прокаста нанесла нам просто пипец сколько урона. Мы по нему попадаем хотя бы? Мы умерли? Мы умерли. Окей, те, кто написали, что умрем, вы были правы. Черт, это было глупо. Мне кажется, мы еще не попадали по нему первыми ударами меча. Они в стену, скорее всего, попадали. Жалко, конечно. Надо вот на сильный удар наносить, потому что ты вперед бьешь тогда. Так, снова катсцена. Можно как-то тебя пропустить?
смысле себя нельзя пропустить. Что за трипер? Я вот жму все кнопки, а она не хочет пропускаться. Окей. Серьезно, почему нельзя пропустить катсцену? Мы уже посмотрели на нее, оценили качество анимации, все такое, старания японских разработчиков. Да. Собственно, для многих самый сложный босс тут именно этот мозгосос на лестнице. Потому что если вы не научились доджить его парализующие выстрелы кувырком, то ну вот, у вас проблемы. Как у меня. Так, он сначала выстрелил этим. И теперь побежит к нам. А, он еще жирнее. Он жирнее обычных. Вот почему мы его не успели убить тогда. Я рассчитывал на него количество ударов, которые нужно на обычных этих тварей. А он необычный у нас. Это уже не будет второго еще? Будет второй. Так, хорошо. Фух. Ну что ж, подъем по лестнице мы выдержали. Теперь у нас босс-файт с шляпой. Блин, дождаться, пока меч погаснет, что ли, чтобы заново наложить. Так, все, меч погас. Юзаем. И идем разваливать марионетку. Он сам кулачный боец, и это не то, что сильно как-то ему помогает. Но у него есть вот эти шарики желтые, которые временами вылетают и самонаводятся на цель. По мере боя их будет становиться больше и больше. Пипец, они в нас вдолбались, а. Все. Вот и кончился Old Monk. С чем я вас, господа, и поздравляю. Стрим всего с одной смертью вполне успешно. Было, конечно, круто совсем без, но это уже что-то из доли фантастики. Yellow Demon. Возвращаемся в Nexus. И что? Мы уложились в 1.5 часа, даже меньше. 1:28, учитывая, что только мы играли еще в Тетрис, пришел и вот это все. Ну, что ж, управились мы быстрее, чем я планировал. Но в следующий мир мы не пойдем, потому что, ну, выбор у нас невеликий, оба довольно-таки пососны, поэтому мы туда не пойдем. А, пожалуй, попрощаемся на этом моменте. И увидимся уже во вторник, наверное, если все пойдет по плану. И пойдем, наверное, добивать 4-й мир. Биться с гигантским сука-скатом. Да. Что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был Злогейзер. И всем пока.